готовить фетучини с курицей и грибами. Для этого нам понадобятся грибы вешенка, куриное филе, оливковое масло, лук. Вот у нас получается наш фетучини. Добавляем туда грибы, подготовленное куриное филе. Добавляем куриный бульон, который мы также сами готовим. И добавляем сливки, соль. Отвариваем пасту. Соединяем пасту с соусом и интенсивно выпариваем. Паста готова, выкладываем. Сначала мы укладываем пасту сверху, остальное соус с наполнителями. Украшаем все сыром пармезан. Паста с курицей и грибами готова. Ждем вас в гости. Первый в Воронеже, паста-бар в Лаке. Приятного аппетита!